сквере Горельна вырубили 5 вязов. По словам чиновников из управления благоустройства, деревья представляли угрозу для прохожих. Вязы были старыми. Кроме того, они были поражены так называемой голландской болезнью – грибковым заболеванием, которое поражает прежде всего крупные деревья. Однако территория пустовать не будет. Уже осенью планируется высадить здесь новые деревья. Сейчас в управлении благоустройства проводится конкурс проектов по озеленению, экологии и благоустройству. Чиновники ждут новых идей. Скорее всего, вместо вырубленных вязов в сквере Якова Горельна появятся красные клены и каштаны. Вязы гибнут от этой болезни, так как это грибковое заболевание, и оно передается короедами либо через корни, когда они соприкасаются. То если это локальный очаг, то рано или поздно погибают все деревья. В данном случае нас порадовали, вязы подольше подержались, но сегодня нам пришлось снести 5 деревьев. На этом месте будут посажены новые посадки, которые будут предложены нам проектом реконструкции сквера. И в осенний период текущего года мы этот сквер восполним, он получит новый вид и новую жизнь.